Всем привет! Сегодня у нас 5 января, скоро Рождество. Меня зовут Елена. Сегодня мы сделаем обзор бендерского рынка. Посмотрим, что почем, что есть. Гранаты по 20, мандарины 13. Так, хурма есть по 30-35. Мандарины по 20 есть. Какую цену пшено у вас? Маленькая 5, большая 10. Танечка, идем дальше. Давай маме ручку. Яблочки. А. Хочешь яблочки? Хорошо, купим. А почем морковка? Спасибо. Что? А почем орехи? Так, вот эти 90, девочки. 90 вот рублей. 80, вот эти 80. А миндальный? 50 рублей килограмм. Они легко чистятся? А? Легко чистятся? Ну, бьются, бьются, да? Бьются, как вы не знаете. Ну, я думаю, они крепкие, сильно? Не-не-не. 90, 70 рублей. Почем помидорки все? Почем помидоры? А, 25 и 23. Так. Картошечка по 6, по 7 рублей. Рудоль, фагата. Морковка вот есть 9 и 8. Лучок по 9 рублей. Зеленушки. Спасибо. Какой цены шпинат? Шпинат 15, 100 грамм. 15, 100 грамм. А рукола? Рукола 25, 100 грамм. А редисочка? 15. Пучок. А салатик? 18. Тоже связающий, вчера мне ничего не было. Давай, дочь. Такой навес, 15, 100 грамм, капуста 12 рублей. Ну, яблоки в среднем по 6, по 7. Мандарины по 22. Ага. 25 и 35. А перчик 55 и 45. Кабачок 25. Есть слива. Виноград Молдова по 20 уже был, 15. Цветная капуста 12 тоже, как и обычная белая кочанная. Вот яблочки тоже есть по 5 рублей.
и кавка по 3 рубля. Масло домашнее у вас? Да, есть холодное, есть жареное. Холодного у вас почем? Все в одну цену. А все в одну почем? 35 рублей. 3 литр. Мандариновая прям. Картошечка. Домашняя повесить. В сторону. Аккуратно. Короночку. Где мама спросит, почем орешки? Какую цену орешки ваши? В сторону. 90 и 15 стакан. Да. Килограмм. Да. 35 рублей килограмм. Какой цены чернослив? 45. 45 рублей. Это у нас сколько там грамм? С косточкой. У нас 760. Здесь у нас бобовые. 38. 38 рублей, в принципе, любая фасолька. Так, ну здесь мы прошли. Сейчас пойдем посмотрим, почем рыбка свежая. Почем мясо? Ой, а что так рыбки мало? Нет рыбы, привет! Что свели? Такие вот карпы по 75 рублей. Очень большие. И карасики. Карасики по 38, да? Все, головы по 22 рубля. Где мамочка? Красуя. Киви 35. Так, бананы по 22. Лимоны 23. Помело 40 рублей. 45 даже помело есть. Так, тоже есть российские подарки. Доченька, это подарки, конфетки на Новый год. Все в коробочках, видишь, красиво. Что вам, девочки? Калачи есть. Так, как Рождество у нас накануне. 15 рублей калачи. Тавера. Это, по-моему, Тираспольская. Так, мы зашли в крытый рынок. Здесь у нас продают свежее мясо. Какую цену телятина? Телятинка 120. Мякоть 120, а шея? 75. 70 можно дать. И грудину не так же самое. 75? Да, 75-70. Что это дело? Это что такое? Телятина. 65 рублей. Подойдите сюда. Большое спасибо. Вот смотрите, такие штучки по 65. Можно? Давайте. Штучки сколько? По 65. Нет. 3 штуки хватит. 3. А почем мякоть? 80, 90, 100 и 120. Вот такая 120. Пожалуйста, будьте добры, ровно телефон. А почем сало? А вам надо 50 рублей. Сейчас мы пока смотрим.
Свиничка. Это свинина у вас, да? Да. Какую цену? 65. Плюшка, да, плюшка. Идем посмотрим. Вот есть цена 45 рублей. По 35. А почем печень? 35 рублей печень. Вот так стало. Мягко, шикарно. Смотрите, ножка такая красивая. Какую цену? 800 рублей вот эта ножка. На холодец, вот без всякого вот этого. Вот это не будет вам. 25. Еще раз почем? 80 рублей. 80? Да. И просто 800. Цену у нас точно никогда не будет. Но это, видите, есть такая, она дешевле, 65. Ага. Я могу дать вам. Сейчас, я посмотрю еще, спасибо. Проходите, вернитесь. Можете. А мякоть почем? 90. Пешечки, вот, видите, чистое мясо. 90 рублей. Красиво, это хозяйство, девушки, наше мясо. Угу. Смотрите, какие красавцы. Чистое мясо. А сало? Сало 80 рублей. 80. Ну, на сало, скажу вам, цены разные. Есть и 35, и 50, и 80. А почем голова? 20 рублей килограмм, да? Так, а здесь у нас готовая полупродукция. Корнецея. Все свежее. Можно купить готовые полуфабрикаты. Фарш немного вяжет, только этот. Нет, еще есть, вам сколько надо? 3. 73 рубля. 3 килограмма, там где-то свиноговядина. Есть, есть. Выпухоли есть. И что еще, кроме фарша? Так, а здесь у нас продукция Бендерского мясокомбината. С недавних пор у них своя свиноферма. А это второй нет. А что у вас вот здесь вот в этих пакетах? Корейка. Кочерёк свиной. У меня был полный холодильник. Здесь птица фермы. Курочка Потигаловка 38 рублей. Так, пойдем что-то. Ох, людей сегодня, конечно. Яички по 22 рубля, по 20. Грудка куриная почем? Ага. Копчености. Изюм по 45, 46, 58. Финики по 40, 37, 35 есть даже. Миндаль.
домашний. 25. Да, да. Я была маленькая, и здесь не было. Можно вот это почти. 35 рублей продала. Даже есть гуава. Килограмм? Да. Девушка, купите медик? А почем медик? А какую бабочку вы хотите? А скажите, майский килограмм почем? Майский слипой стоит 90, а чистая акация 150. 150. Но когда мы сдаем анализ, то наполовину, я вам сейчас дам майский слипой по 90. Сейчас я посмотрю, пока посмотрю. Есть сорок за 35. Видите, вот видите, какой цвет. Угу. А так вы отдадите 50 рублей, 60 рублей. Давай, все хорошо. Медика мало, грибочки. Вешенки 45. Так, зашли в соленья. А на головке почем? Капуста? 25, да. Листьями сделаю вам. Почем огурчики? Огурчики 20. 20 килограмм. Смотрим пока. Почем капуста? Ой, все как вкусно. Арбузик, аджика. Один арбуз. А? Тяжело? Давай. Думаешь? Какую цену помидоры ваши? Это 25. А зеленые? Зеленые 20. Вкусненькие. А перчик какой? 40 рублей. Перец и синий 40 рублей. Я поняла. Так, посмотрим, почем здесь калачи от Бендерского хлебокомбината. 17-15. Удобные 30 рублей. Такие обычные по 12. Ну что, будем выходить. Сегодня был краткий обзор по Бендерскому рынку. Посмотрели, что почем накануне Рождества. Всем желаю провести хорошие праздники. Всем здоровья, любви. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.